Третий трудовой семестр стартовал на самой масштабной белорусской стройке. В Островце высадился приличный трудовой десант. Это почти 300 человек. Все они будут работать на возведении инфраструктуры белорусской АЭС. Максим Слиш пообщался с молодыми людьми. Евгений учится в Минском государственном энергетическом колледже. Его будущая профессия напрямую связана с атомной энергетикой. За несколько дней успел осмотреться и уже привыкнуть к тому, что он напрямую участник исторического проекта. Хотел сюда попасть, ну вот учусь именно по своей специальности, потом сразу, наверное, вот на стройку вот так вот. Масштаб вообще постройки очень... Шокирует даже. Павел Ханько на стройке второй год, и его список обязанностей расширился. Он командир одного из отрядов. Все ребята, признаются студент Лидского колледжа, работают на совесть и с полной отдачей. Да и преемственность поколений уже сложилась. Для нашей страны этот объект, он очень глобальный, поэтому это очень хороший шанс для молодых специалистов получить такой вот опыт. А ребятам приходится помогать, иногда где-то что-то подсказывать. Александр Пашкевич из Москвы. В будущем его профессия также связана с работой на атомной электростанции. Парень впечатлен не только дружеской атмосферой, но и тем самым чувством прикосновения к чему-то невероятному. Ведь сколько бы ни изучал структуру, принципы, технологические карты, пока все не увидишь собственными глазами. Захожу, вижу вот это все и такой: вау! И мне здесь предстоит работать. И у меня будет лучшее лето в моей жизни. Я пока сюда не попал, я и не представлял, насколько здесь все это продумано. В отряде 278 человек или бойцов, как сами себя ребята называют. У каждого свой ответственный участок работы. Кто-то внизу занят подсобной, а кто-то на одной из самых высоких точек объекта перевязывает арматуру. На всебелорусской стройке ребята не только получают опыт трудовой. Запланированная насыщенная культурная программа, спортивная и, по традиции, не без творчества в формате песни под гитару. Кто-то уже через год сможет сюда вернуться вновь в качестве молодого специалиста. Максим Слиш, Антон Филонович, телекомпания СТВ.